Водитель его заметил не сразу, потому что навстречу ему шла другая машина, и они с дальнего перешли на ближний свет. Но когда пешеход появился в поле видимости, ничего не оставалось, как выполнить маневр. Автомобиль занесло, и он съехал в кювет. Пешеход остался жив, а пассажир в машине получил серьезные травмы. Пешеход, двигаясь по проезжей части, широко распахнул руки, не имея при себе на одежде светоотражающие элементы. Тем самым не обеспечил возможность обнаружения себя водителем, движущимся попутно автомобиля. Своими действиями пешеход создал опасную аварийную ситуацию для движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля получил тяжкие телесные повреждения. По данному факту было возбуждено уголовное дело –